Здравствуйте всем! Добрый вечер! С вами я, Светлана, и вы на моем канале «В гостях у Мармия». Этим видео я хочу представить вам новый старт, седьмой старт в совместном проекте «Носочная дюжина» с Анной Полозняк, где мы запускаем наш новый носочный проект. Сегодня понедельник, 15 мая, и я заметила, что, оказывается, мы в проекте уже прошли середину. Уже седьмой запуск, и скоро, не за горами, будет завершение. Экватор мы уже преодолели. Это даже немного грустно, но, с другой стороны, очень интересно, потому что проект не оставляет нам времени на раздумья, а дает шанс и возможность попробовать начать все то, что мы, возможно, в другой ситуации бы и не начали, потому что за спиной у нас много незавершенных проектов. Но старт, начало, интерес и то, чего мы хотели когда-то попробовать, сейчас мы можем это сделать, почувствовать, набрать на спицы, придумать себе новый проект и его запустить. Я вначале думала, что седьмым видео покажу свои проекты, которые у меня в процессе сейчас идут. Но в избежание нарушений правил старт есть старт. Поэтому показываю вам, с чего я начну свое новое дело. Вот из такой пряжи, что у вас на экране. И да, конечно, здесь мы видим цветочки. Это майский ландыш, который растет у меня в саду. Поэтому без него нельзя, пусть остается на память вот такая красота. Это садовый ландыш. Никаких законодательств мы не нарушаем. И первобытность нахождения букета в баночке мне даже очень понравилась. Я с утра хотела поставить в маленькую вазочку, но решила, что нет. Вот так оно. Пусть будет вот так. Итак, что у нас на старте? Я заявляла, что хочу связать носочки из вот такой вот пряжи. Я видела, что девчонки вяжут из Crazy Color Yarn Art, но меня смущает, что это не носочная пряжа. И выйдя из такой ситуации, я решила добавить на мысочки и на пятку, наверное, все-таки вот этот wool time цвета хаки, они гармонируют друг с другом. Не знаю, как у вас идет цветопередача. Это не точно, но как один из вариантов, я думаю, что сделаю так. Есть у меня еще, так сказать, в планах добавить вот такую носочную добавку. Это такая тонкая специализированная нить. Когда-то я ее покупала у одной хорошей вязальщицы. Она мне удружила, намотала вот эту вот ниточку в подарок, она мне очень нравится, и я ее берегу. Не знаю, буду я ее здесь использовать или еще оставлю для пряжицы потоньше. Но так как я планирую сделать из двух моточков не одну пару, соответственно, чуть подэкономлю, и на манжеты у меня уйдет вот такой вот дропсовский материал, это из остаточков. Я думаю, что он на резинку прекрасно подойдет, будет согревать ногу у основания. Я так уже вязала, и это вот что у меня осталось. Последнее из работ к проекту не относится, но тем не менее это то, из чего я вязала, и мне это нравится. В параллели они будут идти вместе, как бы мужская пара и женская, поэтому они притрутся друг к другу. Это все из остатков. Из наличия, что есть. Вот такой у меня поголенок сейчас вот отвязывается. Но я не знаю, как здесь уйти на пятку. В цвет какого тона? Вот в такого же вот молочного. Или добавить вот этот пудро-розовый на весь носок. В общем, я вот довязала и остановилась. Но мне надо будет решиться, что здесь у меня будет, потому что вот на этих спицах я планирую вязать мужской набор и жду, когда мне это выстрелит в голову и прилетит моя муза не только на огород с цветами, но и на мое креслице с вязанием. Мне нравятся вот такие вот манжетики, когда их можно отвернуть спокойно, потому что, я так предполагаю, это
набор для зимних поездок на лыжах, например, чтобы можно было носочки тепленькие надеть и отвернуть на сапоги лыжные. Сама катаюсь, сама знаю, что это очень удобно, потому что нога здесь находится как бы дважды в тепле. Здесь борт сапога и не засыпается ни снег, ни льдинки. Ну, очень удобно. Не просто, когда вот брючину твою или под брючину длинный манжет, но это как на любителя. Можно так. Если узкие спортивные брючки, то очень удобно сделать вот так. В общем, вот такой манжет я отвязала здесь на женскую пару. Предполагаю, что здесь будет также и на мужскую. Вот такой у меня проект в задумках. По всей видимости, это будет мой сегодняшний старт, поэтому дома я пока отложу, видимо. Но и вязать из знака я тоже пока не планирую. Тот предыдущий проект я приостановила. Выходные дни выпали такие, что от них надо еще выходные, чтобы отдохнуть. Сами понимаете, время сейчас такое, когда нужно что потопаешь, то и полопаешь. Поэтому все сейчас в активной посадке, в уборке, в огородах, ну и как бы в бытовых во всех проблемах. Так что заявляю свой старт. Ландыши всем для аромата. Ловите всю эту прелесть. Всем желаю хорошего дня, вдохновения и возможности найти в наших сутках 25-й час для своего рукоделия. Оказывается, ученые сейчас доказали, что Земля вращается настолько быстро, что у нас теперь не 24 часа, а 23. Ну, что услышал, то и передала. Ничего личного. Я нашла для себя объяснение, что... Это не я так заморачиваюсь, что это земной шарик вращается очень быстро. Но хочется остановить мгновение и понаслаждаться вязанием. Поэтому вот такой мой проект. Мне он очень нравится. Все, что я вижу, меня вдохновляет. Единственное, что только чуть-чуть бы побольше времени. Чего я всем и желаю. На этом я с вами прощаюсь и до следующего видео, до следующего старта. А он будет уже не за горами. Всего доброго. До свидания.